Всем привет, и с вами Рима, и вы на канале StarCat. Думаю, так будет гораздо лучше. Надеюсь, вы видите, что здесь происходит. Я нахожусь в снегу. В общем-то, да. Я решила снять влог о том, как выглядит наша снежная зима. У нас сейчас 12 часов ночи. Я хочу пойти на улицу и снять вам снегопад. Потому что до этого я, конечно, снимала снегопад, но я конкретно влог не снимала. А сейчас хочу снять. Ну, немножко показать вам улицу. Давайте приступать. Боже мой, тут просто все в снегу. Тут все в снегу. Абсолютно все. Тут даже, видите, снежинки чуть-чуть проблескивают. Вам покажу через решетку. Вот так вот выглядит наша заснеженная улица. Вот. Вот так вот. Совсем недавно было 18 градусов тепла, а сейчас минус 3 градуса тепла, минус 3 градуса холода и идет снег. Давайте пойдем в другое окно. Выглядит эта улица в снегу. Просто посмотрите на это. Когда я покаялась, я называла снег великолепием Бога. Не знаю почему. Тут все в снегу. Абсолютно все. Нереально холодно. Рима, как тебе? Не спрашивай, холодрыга. Елена, ты, блин, в своем уме? Мне же холодно без шарфа. Ты в своем уме, блин? Ты че, блин, во мне же холодно. Иди давай поснимайся. Да куда я? Холодно! Ребята, я вышла на улицу. Это очень круто. Ё-моё, сколько навалилось снега. Просто посмотрите на это. Сколько навалилось снега, ребята. Просто гляньте. Сколько там снега навалило. Метель еще идет. Вот метель идет. Снег просто идет прям в лицо. Час ночи, я пошла гулять. И мне снег в лицо, прикиньте. Я без микрофона, конечно, пошла. Не столь важно. Когда я только-только покаялась, 18 февраля пошел снег. Также. Я называла снег великолепием Бога. Так как я только покаялась, я называла снег великолепием Бога. И так пахнет на улице, я еще говорю. Пойду на улицу, посмотрю на великолепие Бога. Я называла снег великолепием Бога. Реально, это круто. Не знаю, почему именно так я назвала, но просто великолепие Бога. Снег, творение, великолепие Бога. Класс. Вот. Опа. Посмотрите, по колено. Мои сапоги утонули. Класс. Мои сапоги просто не по колено, они просто утонули. Супер. Посмотрите, сколько навалило. Ё-моё, это капец. Это вообще неожиданно. Свет, слава богу. Офигеть. Я даже утром ходила как-то. Утром. И снимала вам. Ну не вам, а просто снимала. Вообще, вообще, вообще улет. Вон там, по-моему, фонарик или что-то такое. Я приблизить не могу, потому что у меня в одной руке перчатка. Давайте немножечко наберем снежка. Вот, мне удалось приблизить. Я не знаю, что это, то ли луна, то ли фонарь, но что-то такое. Давайте возьмем снег. Опа! Холодно, холодно, но ничего. Ведь рядом с тобой у меня горячо. Бросим снег в соседа. Просто гляньте, как глубоко сапоги утонули. Кайф вечный. Вы просто на это снежное великолепие Бога. Посмотрите. Впрочем, довольно холодно. Одна рука-то без перчатки снимает. Капец,
вообще. Я не знаю, как я буду завтра добираться до церкви, но как-то придется. Потому что жесть. Ох, глубоко. То чувство, когда меня пугает мама, что я не ходила на улицу. Я вспоминаю место Писания. Ангелам заповедает о тебе, ибо не приткнешься ты камень ногой твоей. Рима, пойдем бросим снег. Давай, Рима. Я не хочу! Давай! Рима в снегу. Весело Риме, да? Капец, блин. Короче, я зашла за магазин. Моя основная миссия... Посмотрите, как красиво. Боже, это великолепие Бога величайшее. Час ночи, такое ощущение, как будто бы... Не знаю, 9 часов. Потому что светло. Моя миссия сделать снежного ангела, как я делала год назад. Мне, конечно, страшно. Я это делала год назад. Я хочу сейчас повторить. На счет 3. 1, 2. О, кайф вечный. Моя куртка вся грязная. Не знаю, что будет дальше. Все машины сохнут. Моя рука, в которой я держу телефон, отсохла. Она реально уже отмерзла, эта рука. Это жесть. И очень холодно. Но я не заболею. Я верю. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Каток, моя стихия. Вижу я, как снег летит. Белый снег. Ух! О! Кайф. Кайф вечный. Сижу на лавочке. Короче, еле как... я хотела проверить вообще, насколько глубокий снег. Оставила отпечаток вот своей руки. И довольно-таки сильный слой. То есть, как бы, не просто, как бы, да, а реально глубокий слой, как бы, да. И вот понимаете, что это реально, ну, не прям по колено, но для октау это жестко. Я тут сижу вся в снегу. Ой, я бы, если честно, во всем бы в снегу вывалилась, была бы моя воля. Да уж. Реально круто. Такой вот классный влог. Час ночи, и я хочу снять вам великолепие Бога. Снег — это великолепие Бога. Не знаю почему, но когда я только-только покаялась, мне пришла в голову эта мысль. Великолепие Бога — это снег. Потому что он его сотворил. Я говорила об этом. Делала снежного ангела и говорила, что снег — это великолепие Бога. Вот так. Я бы, конечно, Риму достала. Я не знаю, получится у меня это или нет. Потому что, боже мой, что с Римой случилось? Со мной все нормально, Ангелина. Мне просто очень холодно. У тебя даже снег в ушах. Но что ты хотела? Ты думала, что у меня в минус... 3 вытащи, я что буду, какая-то что ли? Как... Ладно, давайте поставим Риму сюда. Ой, бай! Она просто здесь утонула. Потому что снег глубокий. Очень сильно. Ну что, как тебе? Здесь очень холодно, я здесь действительно утонула. Потому что здесь капец как холодно и глубоко. Чтобы вы понимали, блин. Ах. Мне в перчатке неудобно по этому управлять. Я уже бедную Риму замучила. Ладно, домой пошли. Холодно, холодно, но ничего. Ведь рядом с тобою мне горячо. Пусть падает, падает на плечо снег. Ведь рядом с тобою мне горячо. Рима сделала снежного ангела. Капец. В
Делаем выводы. Не гуляйте в минусовую температуру, потому что у меня телефон весь в воде. И Пэт тоже. У него даже лед в ушах. 17 февраля, 13:30. На этом наш влог не закончен. Знаете почему? Вот поэтому. Вот. Именно поэтому. Рима, что ты скажешь? А что мне говорить нужно вообще, Ангелина? Пошли на улицу. Конечно, пошли.